Здравствуйте, всем привет из Новосибирска. Я нахожусь на Волочаевской 57/1. Здесь находится маяк. Сейчас зайду, посмотрю что-нибудь для дома и сниму обзор. Носки детские 5 пар, 119 рублей. Джемпер детский 260. Платье на девочку 319. Вот одно здесь раскрыли. Не знаю, вот получается платье. Коротким рукавом, воротничок белый, кресло романтик 449 рублей, стол круглый 899, блендер 789 рублей, мультиварка электрическая 1199. Чайник 889 стеклянный. Набор кастрюль 1499. 1,7, 2,1, 2,7. Чайный набор 599 рублей. Вот получается в коробке. Столовый набор 1299, 18 предметов. Форма 279, жаропрочная, большая. Вот такой, как горшочек, называется кастрюля с крышкой из фарфора, 309 рублей. Кружки подарочные 99, в таких коробках. 99 бульонницы. Эти кружки 44 рубля. Конфеты «Золотая линия» килограмм 264 рубля. 139 вот такие большие конфеты. Конвертики печенья с начинкой банан и творогом. 500 грамм 84 рубля. Вот по 89 печенье с начинкой. Мука 64 рубля. Вот печенье, как пирожные, трехслойное, 169 рублей. Здесь 650 грамм. Трубочки с начинкой 64 рубля. Вафли по 46, полкило сливочные. Тарталетки, вкус клубники, тимми, 99 рублей. Рулеты по 44 рубля, вареная сгущенка. Пряник, творожное, зерновое печенье. Сколько стоит, не вижу. Получается 700 грамм, это печенье, 129 рублей. 89 рублей 10 штук, вот такое печенье. Сушка 44 рубля, половина килограмма. Пшено 44 рубля, 800 грамм. Гречка 109 рублей, полтора килограмма. Мясо цыпленка в собственном соку 31 рубль. Каша перловая с говядиной 44. Хлопья 3-4 злака 24,90, 400 грамм овсяные. Баклажаны по-деревенски 45 рублей. Кубанские овощи, написано 460 грамм. Горошек по 49. Корнишоны 74 рубля, пол-литра. Большие банки резаный шампиньон 59 рублей всего. Можно взять на салатик готовый. Холодильник с полуфабрикатами всякими разными. Тесто слоеное 31,90, а в светофоре 29,90 я брала. В холодильник зашла, вот здесь пирожные заварные 179, 800 грамм, кстати говоря. Тяжелая, хорошая коробочка большая, свежая. Вот тортики по 109, маленькие, зебра, сливочная и шоколадная. По 99 торты с полкилограмма, они сметанник. Вот торты Прага 264 рубля, Джулия 269. Сыр, вот такая упаковка, 3 по цене 2, 189 рублей.
Майонез большой 94 рубля, почти 800 миллилитров. Колбаса ливерная 39 рублей палочка. Горбуша холодного копчения 459 рублей килограмм. Это вот рыбина, я смотрю, 407 рублей. Ну, почти килограммовая рыба. Рыба очень такая свеженькая. Вареная колбаса 79, по 205 сервелат. Сервелат, торговая площадь, 389 рублей, ГОСТ. Палочки, вот на каждой написано, сколько вес, цена. Суповой набор, получается 99 рублей килограмм, это свиной, косточки. Морковь по-корейски 300 грамм, 52 рубля. Терпукс по 110, скумбрия 129, так, и минтай по 109. Молоко 54 фермерское. Это сметана, ну, заменитель сметаны 28 рублей. Грудинка сибирская 259 рублей килограмм. Здесь вот буженина, что ли, 279 приправы. 289 рулька копченая. Поглотитель запаха для холодильников 64 рубля. Надо взять, наверное, парочку, раскидать в холодильник. Порошок Биолан 5,4 килограмма, колор 259 рублей. Порошок Биомакс 299,6 килограмм, мягкая упаковка. Лотос 4 килограмма 99 рублей. Ну, на этом мое видео заканчивается. Что могла, вам все показала. До скорых встреч. Всем пока.